Всем привет! Вот вы часто меня слушаете, просите послушать иностранцев, и наконец это свершилось. Сегодня я буду слушать Эминем. Единственное, что, возможно, здесь будет защита авторских прав, и вы это не увидите, то, что я слушаю. Но если увидите, то значит, вам повезло. Ну, собственно, и мне тоже. Что я одна буду слушать? Давайте вместе. Итак, Эминем, рэп год. Вот сразу вот видно, вот как хорошо читает, понимаете, вот быстро. Можно просто спеть, а можно с эмоциями, понимаете, и вот она у него там есть. А музыка-то какая, знаете, по мозгам бьющая. Такая, и вот такая, знаете, музыка пошла по нарастающей, вот я всегда говорю, когда не хватает вот музыки, если она уже началась, то она должна туда вверх нестись. Вот у него вот она вот есть, понимаете? Такое тоже интересная задумка. Вот это все как бы не очень. А вот чувствуете, как музыка, да, расти начала? Уж такой длинный клип, я уже даже подустал чуть-чуть от него. Двойник, что ли? Судя по всему. Уже закончил, но хочется посмотреть развитие событий в клипе. Чем дело кончится? Они поменяются местами или что? Ну, что хочу сказать, знаете, немножко не мой стиль, но так как я уже последнее время привыкла смотреть не просто как, ну, если уж сильно нравится, то там смотришь и не успеваешь контролировать, следить там, что сказать и как оценить этот клип, да, а в основном, то есть смотришь и что-то там как бы оцениваешь, и вот этот вот я тоже раскладывала по полочкам. А вот, поэтому вот музыка, да, вот такая немножко по мозгам бьющая, его вот быстро читает и, ну, так хорошо читает. То есть, если вот долго слушать, то надоедает. А если разложить по полочкам, то Эминем классный. Вот, ну, в общем-то, поэтому он классный.